А это улица 26, Балтийский комиссар бывшая. Вот такие вот экскаваторы для подземного перехода есть. Зачем идти, если можно ехать? Дорогие друзья, вот снова я приехал в Баку. Я вам покажу Баку. Хочу прокатиться на катере. Я никогда на катере не плавал. Сейчас попробуем мы это сделать. Начнем наше путешествие прямо отсюда. Чтобы мы быстро ушли, тут положили лежачего полицейского. Мы тебя не забыли. Тут все необыкновенно. Родные душой, хоть уже я не слышу трамваев, все равно ты мой город родной. Дорогие друзья, вот мы пришли к морю, вот там за моей спиной катер. Сейчас пойдемте прокатимся на катере. Поехали! Друзья, не получилось у нас сегодня прокатиться на катере, потому что сказали, что штормовое предупреждение пришло, и катер сегодня не работает. Может быть, завтра как-нибудь я еще раз приеду. Нет, я не забыл. Я так думаю. Ты вырастил меня. Дороги где-то позади, в солнечном сиянии, с песней в груди. Я иду вдоль улиц городом большим, улыбаясь встречным, как друзьям своим. В этом городе ярких огней, в этом городе добрых друзей. Я учился жить и дружить, как же мне Баку не любить. В этом городе ярких огней, в этом городе добрых друзей. Я учился жить и дружить, как мне мой Баку не любить. Я люблю кварталы бывших пустырей и слезу фонтана на руке своей. Древний город предков на крепостных камнях выдает мне сказку о семи ветрах. В этом городе
моей. В этом городе добрых друзей я учился жить и дружить. Как же мне Баку не любить? В этом городе ярких огней, в этом городе добрых друзей я учился жить и дружить. Как же мне Баку не любить? Как же мне Баку не любить? Как же мне Баку не Это падишах лежит на подушках, видите? Салам, салам. Бакинский знаменитый ресторан. Все бакинцы знают этот ресторан. Он, наверное, уже как-то был символом Баку. Сохранили до сих пор. Я думаю, что это ткацкий станок или нитку, из шерсти делать так нитку. Люблю я наш бульвар, я так думаю. Восход, и смотреть на наш хозяк, на белый теплоход. Как люблю, что во дворах играли с теплоход. И на театрный замик ходили. Смотрите, везде на стенах пишут, а в Баку пишут на кактусах. Сейчас, наверное, я напишу. Здесь был Ярослав. Интересно так. А вот кто не видел, как кактус цветет, сам первый раз вижу. Вот это да. Это для меня новость. Никогда не видел. Так это что-то, наверное, это как галерея или что, кактусов. Ого, один кактус, смотрите, даже сигарет всякие. Я сижу, вот она сигарета. Интересно так. Смотрите, сколько здесь кактусов. Разные. А вот этот кактус, самый древний, он даже, видите, закостенел. Первый раз вижу, столько кактусов в одном месте. Это да. Не устаю восхищаться. А я про какие-то фонтаны пою. Про кактусы надо петь. Видите? Даже поддержка есть. Кактусовая называется, наверное. О, это что за безобразие? Ой, я вас умоляю. Называется нарочно не придумаешь.
Ой, сколько кактусов. О, даже видите, вместо доски использую. 5 тысяч чего-то там. Азербайджан, страна друзей, страна распахнутых дверей, страна Бабека, Кёрки. Вот смотрите, этот раз Рауф нас увозит, да, по Баку. Мы конкретные родственники этих в автобусе. Будете смотреть на автобусы Баку. Вот мы зашли в азербайджанскую лавку. Чего тут только нет, посмотрите. И этого нет, и того нет. Та-та-да! Слушайте. Ой-о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 й
мой Азербайджан. Рукой не трогать. Смотрите, это да. Тут, наверное, часа не хватит все это показывать. Но я покажу. Я настырный. Стремились. Смотрите, что творится. Нет, курма сушеная. Какой вид не взрослый. Это да. Озер твоих бездонный звук. Я такого не видел. Где спор твоих поет мугам. От сердца ну, чай молодой чабан. Вот, азербайджанский чай. Я на развес, да? На развес. А вуз на развес. Вот арбузов нету здесь только. Арбуз, иншаллах, август у нас. Август месяц. Хозяин этой лавки. Привет передай вся Россия. Спасибо. Хорошее слово скажу. Молодец. Привет передай. Солнечный край наш родной. Азербайджан. Не хочу я судьбы иной. Азербайджан.